Всем привет! Купила своим малышам лакомство, вот такие тапочки из говяжьих жил. Они уже вон все в предвкушении. Ой, что мама купила? Что мама вам купила? Что мама вам купила? Так, давай, Донечка, тебе большой тапочек. Бусечка, тебе тоже большой тапочек. Бегусенька, ну ты маленькая, поэтому тебе маленький тапочек. Ой, все побежали, понеслись. Бусечка обронил, да, свой тапочек. А эти уже уперлись куда-то поволокли свое богатство. Не стыдно тащить на кровать, а? Не стыдно? Вот тебе точно не стыдно, а? Ну, наглое маленькое животное, это не чихуахуа. Это прямо наглость какая-то. Я выгоняю вас с кровати. Нельзя так себя вести. А вы пользуетесь своей беременностью и тоже ведете себя очень-очень нагло. Донечка, ну разве можно? Содрали простынь, принесли сюда вкусняшки. Ну разве так можно? Какой ты пример подаешь, малыхе? Козя, мне так клево, а мне так классно. Тут мягко, уютно, тепло и прекрасно. Сейчас заберу. Ай, заберу. Ой, ты добрая собака, даже все отдаст. Ручками так аккуратно берет и грызет. Это просто варвар какой-то, маленький варвар. Ты маленький варвар. Ты себя псом считаешь, что ли? Ты мегапёс? Господи, в чем душа теплится-то? Ну, считает себя мегапсиной. Мега-мегапсина прямо. Кисуль, пойдем я тебе Дримису твоего вкусненького насыплю. А то что ж, собаки получили, а ты нет. Пойдем Дримису насыплю. Ну, а наша Кисулька очень любит Дримис. Пробовала разные-разные вкусняшки ей давать. Вот как-то Дримис ей больше всего зашел. Причем покупала разные, и все ей понравились. А другие как-то кошачьи вкусняшки ей не особо. Так что если кто-то что-то посоветует, конечно, будем только очень рады. Буся, у тебя стащили, да? И кто стащил? Самая маленькая мышь. И у Буси большую туфлю стащила, да? Тебе не стыдно? Ой, зверюга. Смотри, Буся сейчас придет и заберет. Это что за зверь такой, а? Ну что за зверь? Вот такие у меня малыши. Любители вкусняшек.